первые, прямые, самые четкие, да? Перед собой. Давай, 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 не останавливайся. Остановился, значит, ну, удары прошли. Блин, я запутался. Нормально. Давай, давай. Давай, 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 не останавливайся, он тебя поражает. Блин. Давай, все, все, запутал. Давно нет. Давай, Артем, не останавливайся. Ритм пока не могу найти долго, но хорошие песни нашел. Давай. Боковые, поехали, боковые. Давай, 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 боковые. Смотри. А, что боковые? Это сбор, это мы делали прямые, это сбор. Вот остановился ты, он будет удары против, враг будет дальше наносить удары. Как минимум руки держи, блокируйся, там защищайся. Поехали. Боковые, что ты помог? Облювок, как будто, облювок. Получается, в этот момент с тобой
Бам! Поменяли. Бам! Пить! Да, 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 да
нравится, ничего не вписывается. Если вы меня слышите, скажите да. Да! Рука села 90 градусов. 90 градусов. Щелочек? Да, вы вот так вот себя раскрываете для бокового, для любого там, да. Давай, сейчас померяем. Два. Вот смотри, когда делаем вот так, вот так, Артём, вот так, это хорошо, это для какой, смотря, для какой ситуации. Но мы, во-первых, теряем упор, мы переносим вес на одну ногу, и возможно отсюда что-то прилетит, либо может даже прямой, вот он по ходу действия закинет. Это один из многих вариантов. Что я сейчас прошу сделать правильно? Мы же, допустим, когда делаем лапши, даже приплыли, когда делали, мы же, можно и вот так выкидывать, дальше. Но мы старались сделать вот, сохранять положение, да, простое. Почему это тело, это время, это действие? Потому что я максимально здесь закрываю свое тело на наше воздействие, и он тоже должен сделать так же. Вот так он должен сделать. Да, получается, я выкидываю, то есть мы уже вот с ним соприкасались, когда он с ним был. Да. Просто чем эта ситуация не хороша и нет, мы сделали, а у нас нет. Вот там пошла. Как ни крути, дальше, чем вот если взять вот центральную ось, в соприкосновении с этим ты не сделаешь дальше. Как ни крути, получишь. Ну, если мы ставим вот... Ты один человек угол выкручивает. Второй угол, еще раз объясняю, угол. Рука, тело 90 градусов. Только здесь я объясню почему. Только вот это положение сохранит мышцы груди, хотя в целости. Потому что иначе рукой, я все растяну, руку я растяну, что-то случилось. Если вот так, даже воздействие чувствуешь, а вот так у меня надо воздействовать. Здравствуйте. И когда здесь теряете силу, вам надо, чтобы угол 90 градусов был. Тогда вы силу сохраните, как арматура. То есть когда тянешь, я чувствую, а когда вот так, у тебя рука не чувствовала воздействия. Поэтому старайтесь. Бу-б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 у
упражнение ты не сделаешь. Для этого не надо. Поехали. Просто можно помогать себе чем? Можно помогать себе подошву. Ну, вот, да, да, да. Силу вот здесь, в боку. Подошву. Ну, раз, даже плясовая. Вот. Собой боковые, собрать. 30 секунд, готовь.
да, все. Да, давай, телефон. Все, четко осознавай, потому что иначе кто-то как-то ударит. Забыл, знаешь, это.